Здравствуйте, ребята. Мы продолжаем наши занятия в Летней Академии. И я напоминаю, что на этой неделе наша тема Австралия и Новая Зеландия. В связи с этим мы продолжаем разговор о молоке и молочных продуктах. Давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, что вот как раз Новая Зеландия, да, сосед Австралии, отправляет в другие страны именно самое большое количество молока сухого. И по экспорту масла, по поставке его в другие страны, Новая Зеландия тоже лидирует. Вот если мы поглядим, вот на этой карте именно показано, кто больше всего на большую сумму в 2018 году экспортировал, то есть отправил в другие страны сливочного масла. И вот мы видим, что Новая Зеландия, видите, тут таким розовым цветом покрашена, вот в 2018 году на почти на 1,5 миллиарда долларов было отправлено сливочного масла. Ну, где-то близко к ней находится по экспорту сливочного масла Ирландия, Голландия, но все-таки Новая Зеландия экспортирует больше всего сливочного масла. Мы с вами тоже сегодня поговорим о сливочном масле и вспомним, что в молоке у нас содержатся жиры, белки, молочные сахара, ну и большая часть, конечно, вода, но нас сегодня интересуют именно жиры, потому что сливочное масло – это и есть молочный жир. И вот в стакане молока в 200 миллилитрах содержится, ну, в зависимости от того, как хорошо кушала корова, от 6 до 9 грамм, а иногда даже до 12 грамм молочного жира. Но как же, если мы говорим, что в молоке большая часть вода, как же в молоке может находиться жир и не всплывать на поверхность? Вот если мы посмотрим на эту картинку, где к воде добавили растительное масло, растительный жир, то мы увидим, что жир плавает по поверхности воды. И если мы попытаемся его смешать, вот как здесь показано, образуются капельки, которые через более-менее короткое время снова всплывут и образуют вот жировой слой. То есть жир легче, чем вода, и поэтому он находится наверху. Но, может быть, с молоком какая-то другая история. Давайте попробуем смешать растительный жир с молоком. Может быть, с молоком смешается? Вот посмотрите, пожалуйста. Да? Добавляем, во-первых, наливаем в стакан немножко молока, и потом добавляем сюда растительное масло. Может быть, нам удастся как-то смешать так, чтобы получилась у нас какая-то однородная смесь. Ну, вот смотрим, да. Пока надежд на это у нас особо нету, мы тоже видим, что молоко находится внизу, масло наверху. Ну, вот, если размешать палочкой, то результат, ну, в общем-то, мы видим тоже, не получается однородной смеси здесь. Значит, вот эта водная среда молока, она тоже у нас с жиром не хочет смешиваться. Так как же у нас жир молочный оказывается в этой водной среде, в молоке? Ну вот это тоже картинка с прошлого нашего занятия. Это как раз электронный сканирующий микроскоп, фотография шариков жира, которые находятся в молоке. И вот мы видим, что это не просто жировые шарики, а покрыты они сверху какими-то такими белыми крупиночками. Это не что иное, как молочный белок. Он не весь на этих шариках, он и в водной среде тоже в виде таких клубочков у нас плавает, как мы говорили. Но часть его как раз покрывает поверхность этих жировых шариков. И именно этот молочный белок и позволяет жировым шарикам как бы зацепиться за молоко, не дает им всплывать. Ну, по крайней мере, не дает им всплывать достаточно быстро. Но мы знаем прекрасно, что если мы возьмем молоко вот из-под коровы, да, не из магазина, где оно специальным образом обработано, чтобы такой процесс
не происходил, а именно молоко необработанное, дадим какое-то время постоять, то сначала у нас будет вроде бы как смесь, состоящая, ну, мы не увидим здесь никаких слоев, да, то через некоторое время на поверхности этого молока у нас окажется слой, который явно будет отличаться. Вот здесь мы видим на второй картинке, что он отличается у нас и по цвету даже. И ведь это очень похоже на ситуацию с растительным жиром. Он тоже находился на поверхности. Ну и правильно, потому что вот этот верхний слой – это как раз не что иное, как шарики жира, которые все-таки всплыли, как я говорила, не дает всплывать достаточно быстро белковый слой на поверхности шариков. Но все-таки полностью удержать эти шарики жира в молоке этот белковый слой не может, и они потихонечку всплывают. Ну, как правило, это где-то, может быть, сутки, да, после того, как молоко надоили, и образуют вот такой вот жировой слой. И этот жировой слой можно с поверхности молока слить, отделить его, и поскольку мы его сливаем, то этот слой называется сливки. Вот мы все прекрасно знаем, что существует такой продукт сливки. Вот это и есть то, что получается при отстаивании молока, то есть жировые шарики всплывают на поверхности, жирность этого слоя, она уже, конечно, гораздо выше, чем жирность самого молока. Ну, в магазине мы можем встретить разные сливки, но это, опять же, достигается производственными методами, там 10%, это значит, что в 100 граммах содержится 10 грамм жира, 20-30% и так далее. Вот. Но на самом деле там вот исходно может жира оказаться и больше. В глубокой древности люди тоже, конечно, обратили на это внимание, они понимали, что сливки это продукт гораздо более питательный, чем молоко, потому что жиры у нас источник энергии для организма. И вполне возможно, что кто-то когда-то слил эти сливки, положил их вот в какие-то кувшины, погрузил на ослика или на лошадку и повез куда-то, куда было нужно. Ослик шел, кувшины тряслись на его спине, и когда этот человек наконец дошел до места, он обнаружил, что вместо сливок в этих кувшинах находятся какие-то сгустки. Вот это как раз и было сливочное масло, да, молочный жир. А как получилось это? Вот те самые жировые шарики, которые мы видели под микроскопом, когда бежал ослик и молоко тряслось, билось, ну, сливки бились об стенки этих сосудов, то шарики стукались друг от друга, у них не такие прочные оболочки, и они просто сливались в большие шарики, и дальше эти шарики побольше сливались в еще более крупные. Ну и в итоге вот результат, там уже нет отдельных маленьких капелек жира, которые, ну, достаточно легко могут удержаться внутри водного слоя, а есть большие шарики, которые уже совершенно не могут удержаться, вот, и отделяются очень легко, и мы видим такую картину. Ну и, естественно, этот продукт не мог не привлечь внимания, потому что, в принципе, вообще к маслам в древнем мире относились с большим почтением, их часто применяли в косметических целях, ну, в пищевых, понятно, да, но не все, что можно съесть, можно использовать как-то по-другому. А вот масла как раз в этом отношении представляли собой нечто такое вот особенное, да, вот можно было использовать в косметических целях, умягчать кожу, делать ее более красивой, волосы, и в медицинских целях, да, тоже кожные заболевания очень любили лечить при помощи жиров, вот и при помощи молочного жира. Это был такой достаточно дорогой продукт, он не был доступен каждый день, как вот сейчас у нас. Вот. Ну и для того, чтобы его добыть, для того, чтобы его получить, придумали разные приспособления. Они назывались маслобойки. Вот чтобы вот эти капельки жира
образовали масло, нужно было масло, как говорили, сбить, да, заставить биться друг от друга эти капельки жира. Вот получим такие маслобойки. Мы сейчас посмотрим, какие они были. Вот, например, глиняная маслобойка, ее подвешивали куда-то там высоко, ну и дальше просто раскачивали. Вот примерно такая же маслобойка, только деревянная, причем обратите внимание, это фотография, ну, не такой уж седой древности, это всего лишь 19 век. И вот вы видите, да, такая большая маслобойка, она тяжелая. И вот две женщины раскачивают ее из стороны в сторону, чтобы заставить сливки там перемещаться и биться об стенки. Вот. И в итоге получится масло. Ну, достаточно тяжело, наверное, это было. Вот еще такой вариант маслобойки. Вы видите, да, такая как бы колода или бочка вертикально стоящая. Вот можно посмотреть, как устроена вот эта вот палка. На конце у нее специальное приспособление, чтобы, ну, вот удобнее было взбивать сливки, такое вот крестообразное. И крышечка, да, которая это все закрывалась. И вот хозяйка сидела и туда-сюда, вверх-вниз этим таким крестообразным поршнем водила с усилием, и сливки сбивались в масло. Ну вот, конечно, это было все достаточно тяжело, хотели это дело все усовершенствовать, ну и вот такие маслобойки, уже более, как бы сказать, более совершенные, были придуманы, ну, представляли они собой бочки, либо вот закрепленные таким образом, либо вот когда у нас проходил вал горизонтально, вот, и уже не нужно было раскачивать или бить вот этим вот поршнем, а нужно было вращать ручку, и, в принципе, там, где появлялась вот такая ручка, здесь уже можно было механизировать через систему передач, каких-то шестеренок, подсоединить мотор уже впоследствии. Вот это такие уже более совершенные маслобойки. Это уже шаг к промышленному производству масла сливочного. Ну и вот современные варианты мы видим. Наверху вот здесь такая маленькая маслобойка электрическая бытовая. Это у нас заводская маслобойка, ну, как бы для маленьких производств промышленных. И внизу еще тоже варианты, чем можно сбить. Это обычный миксер, это блендер. В общем, все, что будет заставлять шарики жира встречаться друг с другом в сливках и слипаться, разбиваться и сливаться друг с другом, все годится для получения масла сливочного. Какое же масло бывает? Вот, ну, казалось бы, масло и масло. Но даже мы, когда с вами ходим в магазин, мы можем там увидеть такие сорта, ну, на масле, да, на пачке будет написано 82% или 72%. Это как раз вот у нас такие сорта масла. Ну, вот прежде всего давайте посмотрим, да, что, какое бывает масло по происхождению. Ну, понятно, что все оно масло сливочное, то есть изначально делается оно из сливок, получаемых из молока. Но можно сделать сразу масло из сливок, и тогда это получится сладко-сливочное масло. А можно дать этим сливкам прокиснуть. Между прочим, если сливки прокисают, то получается не что иное, как сметана. Даже вот в английском языке осталось прямое указание на эту ситуацию. Вот у нас в русском языке, казалось бы, сметана никакого отношения к сливкам не имеет по анализу слов. А вот в английском языке, если сливки называются cream, то сметана называется sour cream. Кислые сливки, то есть совершенно конкретно указывает, что такое это самая сметана. Так вот, из сметаны, особенно из деревенской, тоже можно сделать масло. Тоже можно сбить. Из магазинной даже не пытайтесь, она обработана специальным образом, чтобы не происходило слипание шариков жира. Называется этот процесс гомогенизация. Так вот, из такой сметаны гомогенизированной никакого масла не получится. Только из сметаны деревенской, которая не обрабатывалась. И вот такое масло будет называться кисло-сливочным. И любое из этих видов, и сладко-сливочное, и кисло-сливочное, оно может быть не соленым и соленым. Ну, я вам открою небольшую тайну. Даже не соленое масло всегда чуть-чуть подсаливают. Чуть-чуть совсем. А в соленое масло кладут соли больше.
И вот по количеству жира, по количеству жира, самое большое количество жира это в традиционном масле, это вот 82,5%, и чуть поменьше это масло любительское, когда 80% жира. Масло с жирностью 72,5% называется маслом крестьянским. У нас, как правило, в магазинах вот как раз традиционное масло и крестьянское масло продается. Любительское, например, мне давно не попадалось, но, может быть, где-то оно и есть. И также не видела я масла бутербродного и чайного, вот с более низкой жирностью, 61% у бутербродного и 50% у чайного. Но как, такие сорта существуют. И вот, ну, по крайней мере, вы будете знать, как они называются. Если вдруг вам встретится, вы будете знать, что это такое. Ну и довольно часто в наших магазинах мы видим масло вологодское. Да, вот вологодское масло, оно вроде бы каким-то особняком стоит. Кажется, что это какой-то другой совершенно вид масла. Но на самом деле, вот что касается жирности, то жирность у него как раз такая же, как у традиционного масла, а вот способ его приготовления, он немножечко другой. Открыл этот способ Николай Васильевич Верещагин. У него интересная очень судьба, это морской офицер, который, когда вышел в отставку, он стал заниматься сельским хозяйством, и в частности, вот молочным производством. И его интересовало сыроделие, маслоделие. На тот момент, это середина XIX века, еще в России промышленно масло производилось, ну, практически не производилось. Это был продукт таких мелких крестьянских хозяйств. Это было в основном масло топленое, которое называлось маслом русским, экспортировалось в большом количестве за рубеж. Это было еще чухонское масло, это как раз масло, делаемое из сметаны кисло-сливочное. Ну и все это, опять же, как я говорю, было вот, производилось в пределах очень мелких крестьянских хозяйств. И вот Николай Васильевич Верещагин, он как раз считается отцом российской переработки молока, да, сыроделия, маслоделия. А какое же отношение он имеет к вологодскому маслу? Дело в том, что, ну вот, поскольку его интересовало производство масла, то он ездил на выставки международные. Однажды на выставке в Париже он попробовал масло из Швейцарии, которое ему очень понравилось на вкус. Ну, естественно, никто не делился там секретами, просто выставляли свою продукцию. И Николай Васильевич решил, что он сделает такое масло у себя и стал ставить эксперименты по его изготовлению из разных видов сливок, по-разному обработанных. И вот как бы одна из легенд по этому поводу говорит, что однажды он просто, ну, забыл, когда он нагревал сливки перед тем, как сделать из них масло, что он забыл их вовремя снять с огня, и они перегрелись. И вместо того, чтобы выбросить эти сливки, Николай Васильевич решил все-таки попробовать сделать из них масло. И оказалось, что вот масло имеет именно тот вкус, которого он хотел добиться. Ну, как описывают этот вкус? Это вкус жареного грецкого ореха, но не вкус, а привкус именно, нотки, да, как сейчас говорят. И вот таким образом был придуман вот этот рецепт, то есть вологодское масло, ну, как бы вообще по-правильному, да, но делается из хорошо прогретых сливок, то есть до температуры почти 80 градусов прогревают, и только после этого из таких вот сливок делают это самое масло, которое приобретает вот такой особенный привкус. Но надо сказать, что привкус этот держится не очень долго, но считается, что до месяца, но вполне возможно, что и меньше. Поэтому, в общем-то, чтобы попробовать настоящее вологодское масло, это масло, ну, нужно где-то достать очень свежим. Ну, а так вот такая история. Кстати говоря, это масло тоже было выставлено на выставке потом в Париже и заняла первое место, опередив и французов, и швейцарцев, в общем, всех на тот момент таких передовых производителей сливочного масла. И шло оно на экспорт, называлось оно петербургским, название Вологодское оно приобрело уже
ну, позже, да, в годы советской власти, а так вот Вологодским его сам Верещагин не называл. Ну что ж, давайте и мы попробуем из сливок с вами сделать масло. Это очень просто в домашних условиях, для этого даже не нужна маслобойка. В качестве маслобойки мы возьмем обычную банку с хорошо закручивающейся крышечкой плотной, потому что нам придется банку трясти, да, для того, чтобы шарики жира встретились. И нужно, чтобы сливки не выливались из этой банки ни в коем случае через плохо закрытую крышку. Какие нужны сливки? Сливки нужны обязательно жирные максимально, да, вот можно взять сливки деревенские, ну, в конце концов можно взять сливки из магазина, но они должны быть жирностью 30-33%, и самое главное, там не должно быть больше никаких добавок, потому что иногда продают сливки, в которых добавлены вещества, позволяющие хорошо взбивать, не сбивать, да, а взбивать. Вот взбитые сливки с сахаром делаются, такое тоже вкусное блюдо, но нам это здесь не нужно. Вот поэтому в составе сливок, которые вы возьмете для взбивания масла, должны быть только сливки. Итак, приступаем. Вот у меня такие белорусские сливки. Не могу сказать, что я прямо стопроцентно довольна ими в плане взбивания масла, но тем не менее, вот мы увидим, что все-таки из них масло тоже получается. Вливаем банку, ну, моя банка объемом где-то 750 миллилитров, и я примерно половину банки, может быть, чуть больше налила. То есть обязательно должно остаться пустое место. Нельзя наливать до верха, потому что нужно дать сливкам место, где они будут двигаться. Все, хорошенечко закрыли, проверили, что крышка не пропускает. Ничего, и начинаем вот так взбивать. Как долго это будет продолжаться? В принципе, продолжаться это будет до тех пор, пока мы нашими глазами не увидим изменения. Вот когда мы трясем нашу банку, вот если мы остановим, сейчас посмотрим, да, на стенках банки, вот здесь видно, да, мы видим такие очень равномерная пленочка сливок. Ну, так как бы совершенно непрозрачная. Наша задача продолжать взбивать наши сливки до тех пор, пока мы на стенках не видим явных изменений. Ну вот смотрите, пока нет. Да? Вот видно, что стенки покрыты. Ну вот максимум, что там есть, это пузырьки воздуха, которые попали при взбивании. Вот. Никаких изменений нет. Обычно 10-15 минут хватает для того, чтобы сбить сливки. Ну и если вы делаете вместе со мной, то пока вы занимаетесь взбиванием сливок, давайте посмотрим фильм, маленький такой ролик вместе с программой «Галилео». Мы побываем на заводе, где делают сливочное масло. Посмотрим, как это происходит сейчас на заводе. Сливочное масло производят из коровьего молока. Факт? Факт. Какова жирность масла? 80%. А свежего молока? Примерно в 20 раз меньше. Где же молоко умудрилось потерять стройность и так разжирело? Давайте разберемся. За ответом программа «Галилео» решила отправиться в соседнюю Финляндию. Эта страна гордится своими молочными традициями, а больше всего – качеством своего сливочного масла. Может быть, у них самые жирные коровы, которые дают самое жирное молоко? Наша первая остановка – коровья ферма. На первый взгляд, коровы здесь самые обыкновенные. Всего 140 голов. По финским меркам это совсем немного. Все эти буренки в сутки дают 5000 литров самого обыкновенного молока. Правда, жирность его должна быть не меньше 4%, иначе завод такое молоко не купит. Эту самую жирность обеспечивает выверенная до грамма вегетарианская диета –
В рационе у коров сушеная трава, рапс, пшеница и овес. Эти компоненты богатые белком и клетчаткой, которые повышают как удои, так и жирность молока. Все эти ингредиенты просушиваются, взвешиваются и перемалываются прямо во дворе фермы. В день коровы монотонно пережевывают более 7 тысяч килограммов этого питательного корма. Обратите внимание, на шеях у всех животных увесистые металлические кулоны. В них встроены радиочастотные метки. На каждую корову тут собрано целое электронное досье. Умна, образована, дает 40 литров молока в день. Истинная корова. Но вернемся к молоку. Когда пришло время с ним расстаться, буренка или лейме, как ее зовут здесь, в Финляндии, решает сама. Тут, знаете ли, полная демократия. Захотела – заходи в отсек для дойки. Все очень просто. У нас на ферме процесс доения полностью механизирован. Всю работу выполняет вот этот робот. Сначала он моет и высушивает вымя. А затем при помощи лазера, который служит своего рода прицелом, рука-манипулятор надевает на вымя 4 чашки и создает в них вакуум. Начинается получение молока. По завершению очищаются и чашки, и лазер. На этом этапе с молоком ничего не произошло. Оно все еще 4% жирности. Когда же оно начнет густеть и превратиться в масло? Полученное молоко по системе труб попадает в холодильник. Чтобы в парном молоке не начался неконтролируемый рост бактерий, его необходимо быстро охладить до температуры 3,5 градуса. Сам холодильник представляет из себя бочку с двойным дном. Между стенок контейнера подается охлаждающая жидкость, которая и понижает температуру молока. Каждые 2 дня к фермерам приезжает машина с завода. В нее помещается больше 15 тысяч литров молока. Поэтому за сутки водитель объезжает сразу несколько окрестных ферм. Но прежде чем забрать молоко, он берет пробу для лабораторных анализов. Зачем? Ведь потом все равно все молоко смешивается. Узнаете чуть позже. А дальше по отработанной схеме. К контейнеру подсоединяют шланг с датчиком температуры. Опять полная автоматика. Если молоко теплее 6 градусов, закачка просто не начнется. Требования к молоку у заводов очень строгие. Итак, молоко приехало на завод. Прежде чем принять его в работу, пробы проверяют в лаборатории. Вдруг корову кормили не тем, чем нужно. Некачественное молоко никогда не пустят в переработку. Вся цистерна будет забракована. Помните, мы брали пробы? Виновник надолго будет лишен возможности торговать молоком. Проверяют каждую новую партию с помощью так называемых кисловатых бактерий. Точно такие же добавляют в молоко при производстве кефира или йогурта. Если бактерии приживаются, проба вновь приобретает кремовый оттенок. Значит, молоко чистое, можно принимать. На эту фабрику ежедневно поставляют молоко со 110 ферм. А это 1 000 000 литров молока. Когда же будет масло? Первая остановка на пути к нему – сепаратор. Здесь всю молочную цистерну разделят на сливки и обезжиренное молоко, или, как его еще называют, обрат. А для этого молоко необходимо подогреть до 50 градусов. При такой температуре легче всего отделяется жир. А дальше молоко небольшими порциями взбивают, как в миксере. Алюминиевая лопасть вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту. И центробежная сила делает свое дело. Замерим жирность сливок. 40%. Уже 10-кратная прибавка.
но нам нужно 80. Продолжим поиски. Привет, Россия! Сливки для начала отстаивают вот в таких емкостях. А затем они поступают в маслобойную машину. Здесь происходит самое вкусное. Сливки взбивают. В такую цистерну помещается почти 2000 литров сливок. Из чего же состоят сливки? Давайте посмотрим. Здесь мелкие шарики жира, пара капель воды или плазмы, а также пузырьки воздуха. Эти самые сливки больше часа крутятся в барабане со скоростью 900 оборотов в минуту. При этом жировые шарики в них бьются друг от друга, теряют оболочки и слипаются в единую массу. Это и есть сливочное масло. Из 8000 литров сливок на наших глазах появилось 4000 килограммов масла, жирностью больше 80%. Выходит, что сливочное масло – это концентрат, но не молока, а молочного жира. Это еще не все. Чтобы было вкуснее, в готовое масло мы добавляем соль. Хотите посмотреть? Соляной раствор под давлением подается в маслобойную машину и равномерно смешивается с готовым маслом. Как вы думаете, почему молоко белого цвета, а получаемое из него масло – желтого? В молочном жире гораздо выше концентрация витамина А, того же, что и в морковке. Кстати, масло из зимнего молока светлее, чем из летнего. Качественное масло всегда упаковывают в бумагу с прослойками фольги. Зачем? Фольга защищает от солнечного света, под воздействием которого масло окисляется. Мы с вами посмотрели, как делается масло на заводе. Ну и вернемся к нашей маслобойной машине, да, которая у нас в руках. И теперь мы поглядим, в какой же момент нужно уже перестать взбивать. Так, сейчас, секундочку. Вот, мы видим, что на поверхности банки, после того, как мы потрясем, уже не образуется такого равномерного слоя. Мы видим, что этот слой делается таким полупрозрачным. Даже появляются следы жира на поверхности. Вот, и видно, что там образовались комочки. Вот здесь вот на донышке как раз видны эти комочки. Вот достаточно хорошо видно, да, такие как комочки появились, неравномерность, участки такие совсем прозрачные, вот здесь видите, такая полосочка прозрачная. Ну, можно уже в этот момент заканчивать и смотреть, что же у нас там получилось. И мы вот видим, ну, практически ту самую картину, которую вот наблюдали на фотографиях. Вот смотрите, да, это масло уже не льется, оно не жидкое, да, вот это то, что получилось, жир молочный, его можно достать ложечкой. И мы это и делаем, да, мы достаем его, кладем на тарелку, но в таком масле еще достаточно много содержится воды. Теперь уже, вот как в сливках жир содержался в виде капелек в водном слое, то теперь вода содержится в виде капелек в жировом слое. То есть, как бы все стало с ног на голову. Вот то, что осталось, называется у нас пахта. Это, ну, жидкость, которая остается после взбивания масла. И вот эта пахта, она тоже содержится и в нашем жире в виде капелек. И нам нужно ее удалить максимально. Как мы это делаем? Вот такими надавливающими движениями мы удаляем водный слой, который, ну, как бы будет как будто бы отжиматься. На заводе это делается, вы видели, в таких барабанах дырчатых, масло бьется у стенки барабана через дырочки, эта пахта уходит. Ну, а нам приходится делать вот так, и остатки этой пахты нужно слить в баночку, это тоже то, что можно потом использовать в пищевых целях, то есть что-то приготовить на основе этой пахты.
Ну, вот видно, да, такая структура ноздреватая немножко, оттуда вытекает прямо, даже иногда и без нашей помощи вытекают капельки. И вот нужно максимально от них освободиться. Зачем убирают водный слой? Ну, понятное дело, что мы же добываем молочный жир, нам он нужен в основном. Но еще что интересно, чем больше останется вот этих водных уже капелек, да, в толще нашего молочного жира, тем меньше у него будет срок хранения. Потому что в этих водных капельках заводятся бактерии. Вот в жире нет, а именно в водных капельках заводятся бактерии, масло может прокисать, портиться. Поэтому, ну вот, чтобы оно какое-то время похоронилось, его нужно максимально добиться ухода воды. Ну, конечно, самые маленькие капельки мы не уберем, они там останутся. И как раз почему у нас жирность у масла, ну вот максимум 82%, да, а что все остальное? Ну, немножечко белков туда попадает, но самая главная часть это вода, где-то 16% у нас будет воды. Если масло растопить, сливочное, то мы как раз и увидим этот водный слой, который будет у нас находиться внизу под жировым слоем. И вот после того, как мы это сделали, масло можно чуть-чуть совсем подсолить, прямо вот маленькой щепоточкой, важно не пересолить, и отправить в холодильник, где оно застынет, и можно будет его использовать в пищу. Ну, такой вот простой опыт. Можно повторить дома и попробовать, а какое же это оно масло самодельно. Да? Не то, которое на заводе сделано при помощи вот всех этих чудесных аппаратов, машин и так далее, а именно вот сделанное таким образом, своими руками. Особенно интересно весь процесс провести от дойки коровы до отстаивания сливок и потом до сбивания масла. Ну, у кого такая возможность есть, конечно. Ну, мы, как вы поняли, да, на экскурсии были не в Новой Зеландии, а в Финляндии. До Новой Зеландии, видимо, программа «Галилео» не добралась, но я думаю, что в Новой Зеландии похожим образом делают сливочное масло. Единственное, что там коровы пасутся на пастбищах. То есть вот здесь мы видели стойловое содержание коров, когда они живут на ферме, а корм им туда привозят. А вот в Новой Зеландии коровы пасутся на пастбищах. А нам было интересно посмотреть, а как же это самое масло получается, что мы и увидели. Ну и советую вам как-нибудь попробовать. Это просто и вкусно. А теперь спасибо за внимание. Ну и до новых встреч.